Всем привет! Мы хотели пригласить вас на июльские наши программы. Это три блока мероприятий, и они немножко отличаются друг от друга. При этом у них есть какая-то общая похожая линия. И особенность в том, что мы соединили два разных направления в единое русло. Это психология и движение, и творчество. Вот творчество — это танец, звучание, рисование. И эти два процесса, получается даже три процесса на самом деле, они соединяются в единый поток, который будет вести вас к состоянию свободы внутри. И в сочетании с психологическими практиками, да, это позволит вам еще глубже заглянуть в себя. То есть вот глубина, тишина, свобода — это наши ориентиры, куда мы постепенно через наши практики и программы ведем наших участников. То есть это не какие-то там анимация, да, это не экшен-приключения, а это большее пространство, где вы можете соприкоснуться со своим внутренним миром, с лучшим чувствованием себя. И вот в этом чувствовании там всегда больше тишины. И три мероприятия — это два ретрита и один формат, который будет между этими двумя ретритами — это отдыхательный формат. Ретриты, они будут про первый ретрит «Свобода внутри», вот про то состояние, которое мы сейчас описали, а второй ретрит будет про близость. И близость как с близкими, значимыми людьми, так и близость с собой, и с жизнью, и с окружением. То есть мы будем наши практики акцентировать внимание ваше на том, как эта близость формируется, что ей мешает, как ее поддерживать, как ее восстанавливать. Потому что близость — это фактически переживание нашей сути в близком контакте с теми, кто нам дорог. Это про любовь, да, про такое ровное чувство единения, которое очень наполняет. И через движение, через тело, через творчество, через психологию, да, вы будете понимать, где этот маршрут, как двигаться к этой близости, как ее поддерживать. И между этими двумя ретритами мы будем отдыхать, восстанавливаться. И это будет очень легкий формат, в котором основное и ключевое — это будет наполниться, даже так, почувствовать себя, наполниться и из этого состояния выбирать, хочу я сейчас быть в каком-то общем процессе, или же больше погрузиться в себя, или же сходить прогуляться. Мы будем приглашать вас к какому-то совместному контакту, но в приоритете будет ваш отдых. Мы будем вместе ходить небольшие походы, будем купаться, загорать, общаться. И мы планируем по 4 часа в день практик, 2 часа танцевально-двигательных, на звучание, на творчество, на рисование и так далее, и 2 часа на психологию, пообщаться в режиме по вашим запросам, да, то есть что-то, вопросы-ответы какие-то, если практики будут у вас желаемые, да, мы их реализуем. То есть, ну, все это так, чтобы было просто интересно, но не напрягающе, не, там, это не работа, да, какая-то глубинная, вот, чтобы вы могли отдохнуть. Просто вместе, да. Полезно, весело, интересно. Душевно. Круг единомышленников, да, общих по духу людей. Угу. Мы с вами также отдыхаем, мы такие же участники всего этого. Объединение друзей. Все это будет в Пшаде. Проходить очень красивое место, живописное, экологически чистое. Так что ждем вас. Приходите на консультации, если у вас есть какие-то вопросы и запросы. У нас, мы открываем такое окно возможностей. Полчаса встреча с нами, где вы озвучиваете свой запрос. А мы попытаемся внести ясность в ваш вопрос и также ответить на какие-то вопросы, в том числе по ретриту. Да, вообще нужно вам в этом участвовать, не нужно, да, вы сами уже будете определяться. Так что откликайтесь и присоединяйтесь к нашей встрече.